ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые земляки, сегодня собрались мы здесь, чтобы поздравить друг друга с Днем Великой Победы, чтобы почтить память всех погибших на фронтах и тех, кто не дожил до сегодняшних дней. Вечная слава народу-победителю! С праздником, амурчане! С Днем Победы! Равнение направо! Шагом! Бой! Военное время Благовещенск, как и все города, вносил свой вклад в общее дело – защиту Родины. Тысячи наших земляков сражались на полях Великой Отечественной войны. Через многие годы не будут забыты подвиги наших земляков. Это долг нынешнего и грядущего поколений.